Здравствуйте. Для тех, кто меня видит впервые, меня зовут Светлана. Я управляющий директор компании APL. Сегодня я хочу поговорить о нашем дрожже аккумулированном GTS. Да? Это компания APL. У нас есть продукт питания для клетки. Это очень умный продукт. Он сам находит причины возникновения там болезней, любых проблем в организме. И можно их решить за счет того, что мы подпитаем клетку. Но обычно я говорю о тех продуктах, которые есть результат в моей семье. Ну, скажем так, что с GTS результата у меня нет, да, потому что, ну, пока что я не видела, где он мне нужен, я его еще не применяла. Вот. Но рассказать все равно хочется, потому что, в принципе, наша компания, она не лечит никого, да, вот. Но мы все равно рассказываем о продукте. Прежде чем прийти в компанию, нужно знать, какой там продукт. Если продукт устраивает, значит и в этой компании все будет получаться. А если продукт никакой, то, естественно, и бизнес тоже не получится. Вот в данный момент в нашей компании очень прекрасный продукт. И один из продуктов – это аккумулированные дрожжи, да, аккумуляция силы. Вот такие вот GTS. Даже вот книжечку держу, да, произносится GTS, назван в честь самых быстрых гоночных машин в серии GTS. GTS – это эффективная смесь витаминов, минералов и растительных компонентов, которые в сочетании с правильным питанием и регулярной физической нагрузкой наполнит ваш организм новой жизненной энергией. Да, это я так прочитала, что все равно вот этого всего не скажешь своими словами. Вот, рассказать хочется. Ну, что самое главное хочется сказать об этих дрожжах, да? Здесь все витамины группы В. Ведь даже когда врачи назначают, вот если ребенок заболел там или еще что-то, да, врач назначает, помню, это в основном, когда идут отравления, что-то, да, происходит. Вот помню, у меня соседка, у нее такое заболевание было, туберкулез, вот, потом идет интоксикация. Вот в этих случаях всегда назначается витамины группы В. Может, еще в каких-то, просто я других случаев не знаю. Но я знаю, что в моем случае, когда моему ребенку назначили витамины группы В, я, во-первых, очень долго искала их. В аптеках их очень сложно найти, да, там есть по отдельности что-то есть, а вот комплекс нет. Но найдя, мы на тот момент его даже и не пропили весь, потому что ей эти витамины не подошли. У нее пошел рвотный рефлекс. Ну, как, в принципе, как и на все другие витамины. Вот, в данном случае я ей периодически там иногда так даю в школу, да, когда она говорит, что контрольная, вот туда-сюда, я ей даю. Почему? Потому что преимущество GTS, это вот как они говорят, да, влияет на моторные функции, познавательные способности, улучшает кровоснабжение мозга, увеличивает потребление кислорода, активизирует крововетривание, да, вот очень такие вот хорошие, ну, как бы показатели. Потом витамины, минералы, которые непосредственно участвуют в процессах преобразования пищи в энергию, повышают генерацию биохимической энергии из углеводов, жиров и белков. Это тоже такое интересное, да, вот сочетание. Мне, чтобы понять это все, естественно, я читаю, читаю, читаю для себя. Вот. Учить, как в школе, тоже незачем, да, потому что я говорю, мы не лечим, но просто передаем информацию. Вот. Но у меня больше, я скажу так, для чего я это говорю, что если кого-то все-таки заинтересует бизнес, компания PL, да, и зная о том, какой у нас продукт уникальный, и такой же уникальный путь нам дает вот компания PL, да, уникальные возможности. Мы восстанавливаем свое здоровье, мы еще и зарабатываем большие деньги. Вот. Естественно, это сетевой маркетинг. Для того, чтобы деньги зарабатывать, нужно строить сеть. Но что самое интересное, что мне нравится, это не надо продавать. Вам нравится продукт, вы просто регистрируетесь, становитесь потребителем компании, и вы уже, естественно, понравившийся продукт вы будете брать. Все. Вот и есть продвижение товарооборота, да, вот у нас, скажем так. Ой, жарко. Лето. И что мне еще хотелось прочитать? Увеличивает эффективность без эффекта раздражительности, нервозности, да, вот без всего этого. Вот настолько, в отличие от магазинных вот этих энергетиков, которые желудки сгорают и мозги тоже, скажем. Вот. Успокаивает нервную систему. Вы знаете, я начала говорить о витаминах В, я не сказала о самом главном витамине. Его почему-то
убирает во многих лекарствах, почему-то он даже запрещен, вот я не могу понять, по какой причине, витамин В17. А это витамин В17, который сам находит раковые клетки и уничтожает их, понимаете? Вот в нашем GTS вот этот витамин есть. Он улучшает внимание, повышает выносливость организма, да? И все это наши ресурсы, наши энергии, как бы человеческого тела, да? Ну, если дадим животным, это будет то же самое. Вот. Как бы вот такой вот момент, что очень интересные продукты, если которым, ну, не знают люди, да. Скажем так, что даже в своем окружении кому-то говоришь, ну, как-то, ну, не то чтобы не верят. Я бы не сказала, что не верят. Ну, закрываются от такой информации люди. А хочется донести тем, кто все-таки хочет это услышать, вот о такой вот возможности, да, исцелиться, восстановить свое здоровье путем питания клетки. Это я, как говорила, цветочек вянет, мы его поливаем, он расцветает, крылышки, листики свои расправил. Так и мы, питая нашу клетку, в данном случае, если GTS это энергетики плюс витамины группы В, все, включая В17, значит, понимая, что это все, вообще, что витамины делают с нашим организмом, мы практически заново рождаемся, я бы сказала, да, употребляя витамины. Вот. А у нас великолепные витамины. Витамины Grow, там вообще 320 оксидантов, да, и вот GTS, это уникальный продукт, где я положила дрожжи. А, вот они. Вот, да, вот такие вот дрожжи. Самое интересное, их не надо не запивать, их не надо там еще что-то придумывать, время или еще, да, вот мы идем на экзамен, мы можем взять GTS, это вспоминаем, мы брали шоколадки, там, чтобы мозг наш лучше работал, чтобы все остальное. Вот сейчас GTS незаменим. Запивать не надо, положил под язык и пошел себе, да. Где нам надо тоже, чтобы работали наши вот эти функции мозговые, чтобы мы могли соображали хорошо, да, и где-то что-то всплыло, может, мы что-то забываем. Вот, допустим, даже с вами общаясь, я же многого чего еще не знаю о продукте. Меня больше интересуют деньги. Я пришла на бизнес. Вот. Но чтобы как-то объяснить человеку, что у нас надо делать, естественно, я готова записывать видео, рассказывать о продукте. Вот. И человеку, которому понравится, я очень рада буду, если добавится партнер. Вот. Поэтому я рассказываю о дрожже. Дальше я буду еще говорить о других продуктах. Может, я еще о чем-то буду рассказывать, просто беседовать. Вот. Для меня это тоже понравилось мне, да, вот такая вот общение такое вот, даже очень интересно, сама на себя смотрю, вот, и представляю, что на меня тоже люди смотрят, и я это все рассказываю. Вот. Что еще у нас тут? Ну, я не буду перечислять, допустим, состав, если он нужен, то это уже лучше найти на Ютубе, даже просто на нашем сайте компании APL, да, у них есть свой, у нас есть свой сайт, вот, и там можно все найти. Поэтому всем, кому интересно здоровье, а GTS, я скажу так, что это даже к здоровью не имеет такого сильного отношения. Почему? Потому что мы идем в ночь тоже, да, чашечку кофе, чая, в ночную смену работаем, упадок сил, GTS под язычок, и все, у нас хватает сил. У меня вот муж в ночные смены ходит, я ему с собой парочку. Вот он под утро говорит, когда уже ко сну клонит, GTS. Вот. Поэтому вот такие вот моменты, да. Не надо нам какую-то постороннюю химическую придуманную смесь. Вот. Есть такой натуральный продукт, и при этом ты еще и получаешь не отрицательные какие-то противопоказания, да, которые присутствуют во всем, а наоборот положительное все. Если, допустим, человек принял, да, он уставший, и все, спать хочет, даже это пусть не в ночную смену. Пусть это даже будет где-то в дороге, вы почувствовали, что где-то вы поехали на какую-то встречу, неважно, где-то вот вы чувствуете, что что-то не так, да, и вы GTS поставили под язык, все, вам хорошо. Понимаете, вы как бы взбодрились, у вас уже силы появились, у вас уже энергии хватает. Это, как говорят, сутки 24 часа, и нам их не хватает, да, мы устаем и все остальное. Вот с GTS это будет очень легко и просто все делать. А учить экзамены, вот эти все тестирования, да, вот когда мы ходим на собеседование, очень хорошо GTS принимать. Поэтому вот как бы вот что я бы хотела вот это донести до вас о продукте GTS.
Вот знаю, что будет шелестеть, и все равно держу в руке. Привычка, да, нервничаю, все равно. Как бы мне не нравилось, где-то что-то хочется на такую игрушку. Кубик-рубик. Тебе крутишь тут вот и разговариваешь. Ну вот, поэтому как бы я вот все сказала, да. Найдем всем, кому интересно, этот продукт GTS, уникальный продукт. Я даже говорю, да, наша компания – это сказка, волшебная сказка. Когда-то мы мечтали о таких прекрасных продуктах, когда-то мы мечтали найти, где заработать деньги. Но я о деньгах еще буду говорить, конечно, вот, может, даже сейчас закончу и скажу, потому что есть свои наблюдения, мне очень даже хочется поделиться с ними. А в данный момент я буду закругляться, достаточно времени. Вот, наш продукт GTS, всем, кому хочется. Такими, сейчас мода здоровья, да, пошло, вот, здоровое питание. Вот я предлагаю вам здоровое питание, питание для клетки, витамины, уникальный продукт, который приносит нам пользу на всех уровнях нашего бытия, физического, энергетического, и ничем он не вредит нашему духовному направлению, потому что все здесь чисто экологически, да, растения, ягоды, фрукты, минералы, витамины, уникальный продукт. Поэтому смотрите информацию на моем канале, на канале IPL на YouTube. Очень много видео, отзывов. Заходите на сайт. На сайте можно прочитать все, да, посмотреть. И кого интересует бизнес, можно посмотреть маркетинг-план, посмотреть наши результаты, отзывы, успехи. Да, вот, история успехов есть очень уникальная у нас. Великолепные вот такие вот, я бы сказала, наши спонсоры, вот учишься у них, вот они говорят, да, и смотришь на них, думаешь, я что ж так могу? И не то чтобы могу, надо, я хочу, потому что мне это уже нравится. Понимаете, общаться с вами, мне приятно очень даже. Я уже вас всех представляю, мне даже очень приятно, что вот кто-то там меня слушает. Я желаю вам всем здоровья, всех благ, всем-всем успехов вам всем. Все. Обо мне контактная информация под моим видео. Кого заинтересует компания PL, буду рада новым партнерам. До скорых встреч. Пока.